Добрый день, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Сегодня мы попробуем разобраться, можно ли дешево и сердито защитить от угона автомобиль семейства ZAZ Deo. В последнее время эти автомобили стали лидерами криминальной хроники по части угонов. И не в последнюю очередь это связано с тем, что владельцы данных машин не спешат устанавливать в них надежные противоугонные системы. За помощью я решил обратиться в Construct Atelier, установочный центр, который специализируется на монтаже эксклюзивных противоугонных систем. Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Ну, что вы посоветуете мне на эту машину, как ее можно защитить? Недорого и надежно. Если вас интересует механика, есть у нас старый добрый механический замок, штыревой, мультплот. Да, покажи, пожалуйста. Вот он. И как он работает? Расскажите. Забирает он коробку переключения передач в положение задняя на скорость. Да. Вот, ключ для запирания вам не нужен, просто вставляется штырь, надежно блокирует механизм. Да? Чтобы открыть? Для того, чтобы открыть, вставляете ключик, развернули, разблокировали, штырь вытащили, и все, и можете сами закрыть. Сколько времени нужно, чтобы установить на эту машину? До полутора часов. Полтора часа, и у меня будет надежная механическая защита. С гарантией. От компании Мультилок. От компании Мультилок. Договорились. Ну что, все получилось? Да, конечно. Присаживайтесь в автомобиль, Сергей, я вам покажу. Давайте работаем. Итак, вот стоит замочек, да? Да. Смотрите, Сергей, для того, чтобы пользоваться замком, закрыть его, вам для закрытия ключ не нужен. Вы включаете заднюю передачу. Включаю заднюю передачу. И просто вставляете штырь. И нажимаете на штырь. Все, все закрыто. Пробуйте. Закрыто, да? Закрыто. Для того, чтобы разблокировать замок, уже нужен ключ. Вы вставляете ключ в вертикальном положении, проворачиваете его. Он отскакивает, штырь отскакивает. Пружиной. Да. И замок открыт. Все. Все замечательно, все великолепно смотрится. Да, на ходу заблокироваться не может. И что немаловажно, Сергей, все крепления сделаны под штатные места автомобиля, что не отображается на гарантии. Как родная запчасть. Совершенно верно. Я понял, спасибо большое. Ну что же, уважаемые зрители и подписчики нашего канала, мы установили механическое противоугонное средство Мультилок на автомобиль ЗАЗ. И если вы хотите обезопасить свой автомобиль, обращайтесь в Construct Atelier. Ребята сделают все в лучшем виде. А с вами был Сергей. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новые обзоры. Всего доброго, до свидания.